Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире программа «Первая студия». Мы продолжаем комментировать наиболее важные и интересные события в жизни нашей республики. Вначале, по традиции, я назову тему и представлю гостя нашей студии. Итак, с 1 сентября следующего года во всех школах страны учащимся будет запрещено пользоваться мобильными телефонами. Соответствующий закон накануне приняла Государственная Дума. Этим же законом также вводятся уроки труда. Пояснить некоторые детали мы попросили Аиду Далгатову, первого заместителя министра образования нашей республики. Аида Смолгаджиевна, добрый вечер. Спасибо за то, что вы сегодня здесь вместе с нами. Поясните, пожалуйста, что нельзя, что можно? Приносить можно или нельзя? Пожалуйста. Добрый вечер, дорогие телезрители. Действительно, буквально вчера был принят закон, о котором много говорили и необходимость которого, наверное, сейчас давно назрела. На сегодняшний день до принятия этого закона эти правила регулировались правилами внутреннего распорядка самой образовательной организации, и мы видели, что в школах эта норма была регламентирована абсолютно по-разному. Кто-то устанавливал запрет, кто-то его не устанавливал, кто-то устанавливал каких-то ограниченных возможностях использования мобильных телефонов. Сейчас мы говорим о том, что по всей стране будут единые правила, и эти правила предполагают, что мобильными телефонами во время уроков пользоваться ни в коем случае будет нельзя. Если же цифровые ресурсы какие-то нужны для использования в качестве образовательного процесса, то для этого будут использоваться ресурсы цифровой образовательной среды, это компьютеры, ноутбуки и так далее. То есть сам факт использования мобильного телефона будет запрещено во время уроков. Аида Асмангаджиевна, в принципе, как бы написано понятие «в образовательном учреждении». Означает ли это, что во время перемены, я не знаю, во время свободного времени учащийся сможет пользоваться телефоном? Вы знаете, запрета телефона, закон так и предполагает, что есть исключительные случаи, экстренные случаи, когда мобильными телефонами можно будет пользоваться. Это случаи будут определять школа, классный руководитель, то есть если ребенку стало плохо, если требуется какая-то срочная связь с родителями, то здесь ребенку будет разрешаться его использовать. Mm-hmm. То есть мы будем говорить о том, что в школу принести в качестве исключения будет разрешаться, вместе с тем и дети, и родители, и педагоги должны понимать, что принести ни в коем случае не означает использовать. В этой связи, конечно, мы даем рекомендацию отказаться от мобильных, я имею в виду смартфонов полностью. Угу. Если мы понимаем также, что сейчас родители очень обеспокоены, поскольку дети иногда переходят, ездят до школы, это занимает какое-то время, и родителю нужна обратная связь от своего ребенка, здесь надо предложить самый простой мобильный телефон, который будет использоваться для того, чтобы родитель был спокоен, но еще раз говорю. Фонарик. Фонарик, грубо говоря, но не будет использоваться в школе для других целей. В общем, во время образовательного процесса, во время урока, в классе, значит, доставать и пользоваться телефоном категорически будет нельзя. Понятно. Окей, идем дальше. Уроки труда. Уроки труда. На это сейчас федеральное правительство делает большое внимание, поскольку мы все понимаем о важности приобретения нашими детьми вот этих элементарных навыков, которые, в принципе, были всегда в советское время, когда урок труда прививал или учил ребенка перейти в правильную взрослую жизнь, это подготовка к семейной жизни отчасти, когда девочки могли печь торты, когда ребята могли соорудить какую-то скамеечку, и сейчас они будут возрождаться. Ну, конечно, есть проблема с оснащением кабинетов труда, это материально-техническое оснащение. Вот в связи с принятием этого закона Министерство просвещения Российской Федерации также анонсировало, что сейчас в рамках различных федеральных программ
будет предусматриваться в том числе выделение средств для того, чтобы уроки труда проходили с соответствующей материально-технической базой. Угу. Ну вот вы до передачи, когда мы с вами готовились, вы сказали, основной смысл – это трудовое воспитание. Вот это вот важно, да? Важно, чтобы ребенок, молодой человек, юноша или девушка, они вышли из школы, и они умели своими руками что-то делать по хозяйству. На самом деле это важно, да? Если девочка будет помогать своей маме дома по кухне, да, как-то вот это все, ну, что ж в этом плохого? Это и есть воспитание. Вот это и есть то самое воспитание. Действительно, вот уроки труда, они идут в дополнение к той норме, которая была принята. А ведь учитель-то параллельно будет еще что-то комментировать. Конечно. Это развитие трудового воспитания, когда мы говорим о том, что детей сейчас приобщаем к тому, что они участвуют в субботниках, участвуют в том, чтобы ухаживать за цветами в классах и так далее. И вы знаете, это все прививает правильные навыки и дисциплину у наших детей. Мы не говорим о том, что они должны делать то, что им не полагается. Мы говорим о том, что они их прививать к тем простым жизненным вещам, которые им необходимы. И которые им обязательно пригодятся. Конечно, да? Конечно. Понятно. Аида Асмагаджиевна, идем дальше. К концу года нам обещали открыть еще целый ряд образовательных учреждений. Но уже декабрь. Сегодня будем уже поздравлять людей с наступающим Новым годом. Пожалуйста, где новые учреждения образования? Действительно, этот год был насыщен вводом новых объектов. Мы уже не раз говорили, что 20 детских садов уже начали свое функционирование, 15 школ, причем больших, новых, модернизированных. Но при этом до конца года мы также говорим о том, что у нас есть объекты, которые это детские сады, которые будут открываться. Уже 3 детских сада получили на сегодняшний день лицензию. Буквально со дня на день получат еще несколько детских садов. Населенные пункты называйте, пожалуйста. Да, это уже пролицензирован детский сад на 250 мест. Каикенти, это Избербаш. В Избербаше будет 2 детских сада до конца года. Это Тарумовка, это город Дербент, это селение Каракмаскала, это Кизлярский район, это Акушинский район. И все эти детские сады ориентировочно в конце декабря мы будем также торжественно открывать, как уже открывали и 1 июня, и 1 сентября. Я думаю, что это будет такой хороший, отличный подарочек для наших маленьких детей, самое главное, для их родителей, которые уже долго стоят в очереди. Мы знаем о проблеме доступности дошкольного образования в Республике Дагестан, что она непростая. Но сейчас руководством республики, федеральным центром делаются масштабные такие рывки в этом направлении. И у нас будет еще продолжаться строительство и школ, и детских садов. Большой объем работы сейчас ведет Министерство строительства наше, которое сопровождает и к концу года десятки школ получат разрешение на ввод в эксплуатацию, которые начнут функционировать в следующем году с 1 сентября. То есть Мы не завершаем этим, да, в декабре открываем еще детские сады, это порядка 8 детских садов. Всего 8. Да. Сейчас гарантировано 6 и еще 2 еще на подходе. Да. Да, в общем, по тем населенным пунктам, которые вы назвали, в принципе, вот уже сейчас родители могут как бы готовить документы, конечно, уже, в принципе, записывать своих детей, потому как, ну, недели через 2, наверное, уже будет торжественное открытие, да, да, всех детских садов. Отличные показатели, тем более, что говорят, и в Дербенте 2 больших детских садика, да, вот в Кайкенте на 250 мест. Это очень приличные, в общем-то, достаточно большие учреждения. Большие. Очень хорошо, очень хорошо. Идем дальше. Аида Асмагаджиевна, ну, в принципе, хорошо всем известно о том, что Путин, президент нашей страны, уделяет большое внимание процессам образования. В этой части он требует поднять качество образования и как можно больше внимания уделять точным и естественным дисциплинам. Об этом вы знаете, об этом знают все учреждения образования страны. Скажите, пожалуйста, какие основные мероприятия в этой связи приняты в нашей республике?
Вы знаете, действительно, качество образования, мне кажется, это самое важное, потому что наряду с инфраструктурой, наряду с материально-технической базой, самое главное является качество, повышение качества образования. Вы знаете, что у нас принята концепция развития образования, и в ней отдельным блоком урегулировано, что в Республике Дагестан будет развиваться именно, естественно, научные направления. Мы говорим о физико-математическом, о химико-биологическом направлении, о техническом направлении, потому что сейчас республика испытывает определенный дефицит или проблемы именно в этих направлениях. Что делается, если вкратце? У нас сейчас активно проводится работа по открытию физико-математических классов. Это более 100 классов, которые начнут уже функционировать буквально с 1 сентября 2024 года. Сейчас подготовительный этап – это обучение педагогов, это приобретение определенного оборудования и так далее. Мы отдельно сейчас будем развивать направление физика. На базе нашего регионального центра «Альтаир» будет открыто отдельное структурное подразделение с января 2024 года, которое будет тесно взаимодействовать с физтехшколой, с МФТИ. Уже налажены определенные взаимоотношения, заключены определенные соглашения, и мы будем говорить о плотной работе, которая даст определенный скачок. Это, конечно же, когда мы говорим о повышении качества, это подготовка наших детей, качественная подготовка к сдаче, к успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ. И в этом направлении мы вот с сентября этого года во всех школах республики организованы подготовительные кружки, так скажем, внеурочная деятельность по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Вот в этой связи, воспользуюсь случаем, я тоже хочу обратиться и к родителям, сказать: уважаемые родители, вы можете обращаться в свои школы, в обязательном порядке вам будут организованы эти занятия по подготовке ОГЭ и ЕГЭ для того, чтобы более лучше подготовить детей, потому что их результаты – это и есть качество образования. Аида Асмангазиевна, безусловно, важнейшей составляющей качества образования является, ключевая позиция – это педагог. Да? Много говорили о том, что педагога нужно разгрузить от всяких бюрократических процедур. Да? Сами педагоги уже плачут, наверное, от того, что им надо заполнять огромное количество различных справок и документов. Что в этом направлении можно сказать? Вы знаете, это направление снижения бюрократической нагрузки ведет сейчас Рособорнадзор России. И были проведены этот год с момента принятия федерального закона об ограничении документационной нагрузки именно учителя, были проведены ряд мониторингов федеральных, которые показали действительно то, что учителя были загружены различными формами отчетов, которые просто даже иногда не могли себе представить. Какая сейчас ведется работа в республике? Мы сейчас начинаем с себя. В первую очередь я говорю о Министерстве образования и науки Республики Дагестан. Это работа с другими ведомствами, потому что при проведении мониторингов мы увидели, что в школы поступают различные запросы с различных ведомств. Мы провели рабочее совещание, создали межведомственную рабочую группу, где договорились, что сейчас все запросы будут проходить исключительно через нас. Поскольку у нас есть ряд информационных систем, и на их запросы зачастую можем ответить просто элементарно мы сами. И вот эта работа уже начата с МВД активно, когда все запросы по обучающимся, по педагогам проходят через нас. Ну и, конечно, это сокращение количества мероприятий, которые на сегодняшний день мы анонсируем. Только лишь диктантов, мы говорим, что по всей стране проходит более сотни. Инициированы законодательными органами, исполнительными органами, общественными организациями, органами государственной власти. И вот мне кажется, что пока мы не придем к тому, чтобы мы будем концентрировать свое внимание не на количестве мероприятий, а именно на их качестве, на результатах, ну и, конечно, это освобождение учителя от всех вот этих вот документов.
За учителем сохраняется лишь то, что урегулировано на сегодняшний день федеральным законодательством. Это элементарно ведение журнала. Кстати, когда мы говорим о ведении журналов, мы в республике столкнулись, что сейчас практически большинство школ у нас ведут два журнала. Это бумажные и электронные, что прямо запрещено законом. Даны соответствующие рекомендации, и многие школы сейчас переходят, как правило, на электронный журнал, потому что он позволяет сократить ряд других документов, поскольку электронный журнал содержит базу данных и по домашним заданиям, автоматической ее проверки в некоторой части, это по ведению персональных данных и так далее. Поэтому, уважаемые педагоги, мы понимаем вашу загруженность, мы будем делать все для того, чтобы максимально вас освободить от того ненужного, что сейчас вам мешает работать. Да, это правильно, но вот в этой ситуации с журналами, в общем-то, вы подтвердили, что контроль все-таки нужен. Конечно. Контроль все-таки нужен, и должна вырастить ответственность. Должна вырастить ответственность директоров, заучей и управления образованием. Да? С тем, чтобы в общем-то, на уровень управления республики, на уровень управления Минобра приходили, извините меня, ну, отчеты не дутые, грубо говоря, да, а те отчеты, которые соответствуют действительности. Это чрезвычайно важно, иначе, в общем-то, мы ни к чему не придем. Мы ни одну реформу не доведем до конца, если, в общем-то, на местах ситуация будет совершенно обратная тому, что мы видим в отчетах. Поэтому ответственность должна, безусловно, расти. С этим все согласны, кстати говоря. Угу. Участники процесса все, с этим все согласны. Но вместе вот с тем сохраняется вот эта проблема, когда действительно есть вещи, от которые просто не имеют смысла, не имеют содержания, они повторяются из года в год. В принципе, никто не хочет прибегать к крайним мерам, да, увольнять, в общем-то, расторгать контракты. Это крайние меры, да, безусловно. Но с другой стороны, извините меня, главой государства поставлена задача, ее надо выполнять. Вот, и никто не отменял. Вот в дополнение скажу, что сейчас мы начинаем работу по внесению изменений в должностные инструкции всех учителей, где четко будет прописано, что учитель должен выполнять только вот эти максимум 5 документов, если он классный руководитель, если учитель предметник, то 3 документа, а все остальное это не его обязанность. Аида Асмагаджиевна, идем дальше. Вот совсем недавно прозвучало хорошая инициатива от главы республики, господина Меликова, который сказал о том, что с малокомплектными школами, значит, нужно будет разобраться каким-то образом. То есть создать более крупные образовательные центры по типу, значит, интерната. Ну, в общем, пожалуйста, знаете, меня что беспокоит? Я вот, например, точно знаю, что появятся люди, которые будут всячески препятствовать этому процессу. Потому что никто не хочет закрыть школу. Это, значит, зарплаты, это премии, это рабочие места и так далее, и так далее. Но в этих школах, по сути, нет никакого образования и воспитания. Там, может быть, там 15-20 детей, кому это надо. Вот. Одним словом, препятствия будут. Вот я веду к тому, чтобы и вы, значит, и все участники процесса достаточно жестко и принципиально здесь провели курс, который обозначил господин Меликов. Действительно, Сергей Алимович поставил такую задачу. Мы ее смотрим еще и глубже, обращая внимание на результаты, образовательные результаты детей, которые обучаются в малокомплектных школах. Вы знаете, мне кажется, вот мы начали такую работу, что начать нужно со старших классов, потому что сегодня, конечно, не готовы родители своих маленьких детей отдать в интернат, в райцентр и так далее. Возможно, в этом и не будет необходимости. То есть ни в коем случае не преследуется цель закрыть тот социально-культурный объект села, ради которого все или вокруг которого все происходит. Сейчас мы говорим о том, что малокомплектные школы ввиду ограниченности своих материальных ресурсов, ввиду педагогических дефицитов, да, профессионалов, отсутствия физиков, математиков в школах, биологов, химиков, результаты этих детей, конечно, они тоже слабые. И мы сейчас проработали план мероприятий, согласно которому будут создаваться в райцентрах, уже где-то они есть, где-то будут, наверное, строиться вот центры притяжения, интернаты, которые будут позволять, во-первых,
это, ну, как бы, я думаю, что любой родитель, который желает своему ребенку хорошего будущего, будет хорошего образования, он будет заинтересован отдать ребенка. Но еще раз я повторюсь, мы сейчас говорим о старшеклассниках, это 9, 10, 11 класс, когда дети уже самостоятельны, когда их можно переводить в интернаты, и там сосредоточить усилия, сделать лаборатории, потому что, ну, в какой у нас малокомплектной школе есть лаборатория по физике? У нас не в каждой городской это все есть. А тут мы сможем собрать и сконцентрировать. Отсюда, из Махачкалы, из столицы педагоги, да, специалисты университетов могут ездить, да, читать лекции. Лекции. Да, вот вахтовым методом. И потом, вы знаете, очень многие проводят параллель с интернатами советского периода. Да, вот вы сейчас только что сказали, что нет, это не так, мы идем дальше, да, потому как будут лаборатории, современные лаборатории. Да. Вы знаете, надо будет, как мне кажется, более плотно опекать детей в части питания, в части самочувствия, за здоровьем смотреть. Хороший спорт будет, да? Конечно. В каждом таком интернате. Это и спортзалы, которых вот сейчас нет. Вот вы сказали, родители, когда увидят, они сразу сами придут, да, и скажут: возьмите моего ребенка вот из этой школы сельской к вам, потому что здесь действительно будет очень хорошее, крепкое развитие. Да. Вот яркий пример. Мы открыли в этом году школу-интернат в селении Арани Хунзахского района. Вы знаете, эта школа – это образец, наверное, школ вообще СКФО. И, конечно, ну, видя спортплощадки, отлично, видя актовые залы, видя массовое, большое количество лабораторий, пищеблоки, спальные корпуса – конечно, здесь родители сами захотят и будут переводить. Еще раз повторюсь, что малокомплектные школы – это, как правило, школы, у которых нет пищеблоков, у которых нет спортзалов. Нет возможности воспитывать и развивать ребенка так, как сейчас необходимо это делать. Да, это отличная перспектива. Главное – не откладывать. И уже к следующему году, к сентябрю 2024 года, уже нужно открыть несколько интернатов. Тем более, что вот Яхья Гамидович Бучаев был у меня на программе. Он сказал, есть действующие большие, хорошие школы в районных центрах. Просто нужно будет достроить какие-то спальные, да, значит, корпуса, сделать ремонт, завести оборудование. Это все достаточно нетрудно сделать. И таким образом, значит, уровень образования там будет совершенно иной. Это значительно уровень образования будет, да, выше. Да, это продолжение качества. Кстати говоря, да, учителя из сельских школ, они тоже все пригодятся, они тоже, конечно, будут задействованы. Вот кто там на какой работе, и не лишатся заработной платы. Так что я думаю, что здесь все будет хорошо. Идем дальше. Значит, большая хорошая новость в Дербентском районе. Будет строиться лагерь по образу Артек, да? Вот, ну, решение принято, господин Новак приезжал, все сказано, место нашли в Дербентском районе, все нормально. Единственное, вот мы, журналисты, опять, в общем-то, немножко тут сомневаемся, мы хотим, чтобы это действительно получилось, как вот Артек в оригинале. Ну, известно, что Артек в оригинале – это корпуса, которые, это санатории, которые использовались в советский период различными структурами, да, ВЦСПС там, и так далее, да, и вот они, значит, переоборудованы под лагерь Артек, и что-то достроено. Вот как это будет, вам, наверное, немножко больше известно, будет ли это действительно настоящая детская жемчужина, круглогодичная жемчужина у нас здесь, в Дагестане, на Каспии? Вы знаете, действительно, строительство Всероссийского детского центра будет вот уже... Всероссийского, детского центра. Оно обсуждалось руководством республики, с руководством страны, и это поддержанная идея Владимира Владимировича. Мы очень плотно работаем с Министерством туризма, который сопровождает... Не просто решался этот вопрос. Да, не просто, абсолютно верно. В конце концов, Путин поставил точку. Точку, где он дал добро и готов финансировать весь этот проект. Этот центр, это будет, опять же, вот учитывая наши природные условия, наши климатические условия, это отличное решение. Это не только дети Дагестана будут посещать, это действительно круглогодичный центр, где будет и образовательное пространство, и воспитательное пространство, и центр досуга, что очень важно, центр оздоровления детей. И я думаю, что он станет
одним из лучших, по крайней Как-то мере, можно будет так его кажется. Связать и с Сириусом. Конечно, конечно. Обязательно, для того, чтобы... Это обязательная интеграция, вот профильные смены, образовательные программы, совмещенные с нашим, ну, у нас он называется Альтаир, с региональным центром. И вот, еще раз говорю, это не просто лагерь, где отдыхают дети, это лагерь, который будет насыщен интересными образовательными программами. Да, это, безусловно, очень здорово. Отличная идея. Вообще, долго мы ждали окончательного решения, потому как вопрос, в общем-то, достаточно долго висел в воздухе, там, в Каикенском районе, там, тут, в общем-то. Ну, теперь все, поставлена точка, выделяются средства. А, кстати говоря, было сказано о том, что, значит, будут использованы лучшие практики Турции, Арабских Эмиратов, значит, что-то оттуда взято, значит... Ну, будем надеяться, что, может быть, в какой-то части мы даже будем лучше, чем Артек в оригинале. Предыдущий. Там, в принципе, можно будет посмотреть. Так, ну, заканчиваем нашу программу. Аида Османгаджина, еще один вопрос. Обратная связь. Вот вы сегодня были в «Единой России», вели прием граждан, да? Вот обратная связь, она действительно важна. Вот что касается образования, что касается наших родительских пожеланий, да, где-то какие-то претензии, где-то какие-то требования. Вот как это все рассматривается, насколько это важно вам для того, чтобы какие-то выводы делать, и вот как в этой части работать? Вы знаете, это является самым важным, я считаю, в нашей работе, потому что одно дело принимать какие-то решения, но если эти решения не реализуемы или они кому-то создают дискомфорт, то эффективность их, оно просто сводится к нулю. Я вот разделю здесь на обратную связь педагогов и родителей. Что касается педагогов, у нас создан Республиканский экспертный педагогический совет. Уже было его первое расширенное заседание, куда вошли более 100, около 150 именно учителей и педагогов, где мы с ними обсуждаем те планы, те решения, которые мы предлагаем, которые мы планируем. Они подвергаются где-то критике, где-то предложения, где-то мы вносим изменения. У нас есть общественные помощники министра, это тоже из числа учителей. И очень часто они нам в составлении, в направлениях каких-то, в планах, дорожных мероприятиях, они нам очень помогают. У педагогов тоже много жалоб, кстати говоря. Да. Где-то какие-то часы не дали, конечно, и так далее. Да. Где-то излишки, допустим, предусмотрения каких-то там нормативных актов и так далее. Что касается родителей, конечно, возможность задать вопрос, обратиться, она есть, как и у всех, и через горячие линии, это прием граждан. Я вот анонсирую, скажу, что буквально в субботу, 9 декабря, будет прямая трансляция министра. Угу. И любой родитель, любой педагог может обратиться. Начало трансляции в 10 часов. Все данные все есть у нас на сайте официальном и телеграм-канале. Просим, вот в случае, если у родителей есть какие-то обращения, мы будем их ждать. Ну, это показательная такая акция. Угу. Там, естественно, ну, там ответят там 10, 20, 30 вопросов. Но вообще и министр, и вы как первый заместитель, да, и ваши подразделения, в общем-то, все должны быть открыты. Конечно, открыты. Конечно. И для педагогов, и для родителей. И для родителей. Да? Если кто-то считает, что какая-то несправедливость, где-то обидели, где-то ущемили, да, в правах, да ради бога, можно разобраться с любым вопросом. Давайте конечно. Сядем, посмотрим, решим. Решим в пользу ребенка. Решим вот, в пользу того, чтобы, да, всегда, вот правильно вы говорите. Поэтому не нужно переживать, не нужно волноваться, плакать, обижаться, нужно просто обратиться. Нужно обращаться любыми да. способами. Очень часто пишут даже на мобильный телефон. Мы всегда принимаем эти обращения. Готовы вас видеть, слышать и в министерстве. У нас, конечно, есть дни официальных приемов. Вместе с тем у нас каждый день бывает прием наших родителей, обучающихся. И мы будем продолжать это делать, потому что очень важно в ситуации всегда разобраться. Ну, конечно, это же живой процесс. Ну, что вы, 1500 школ, 500 детских садиков по всей республике, за каждым там тысячи детишек, тысячи вот этих вот лиц, которые требуют к себе всеобщего внимания. Ну, конечно, это все нужно делать и стараться, да. Аида Османгаджиевна, ну все на сегодня. Пожалуйста, республика вас слушает. Новогодние поздравления. Да, спасибо большое. Я бы хотела поздравить всех наших педагогов, всех наших обучающихся
родителей, всех работников системы образования. Я, во-первых, хочу сказать о завершении года педагога и наставника. И вместе с тем хотелось бы поздравить их с наступающим Новым годом. Пожелать нашим педагогам творческих успехов. Пожелать новых побед в 2024 году. И, конечно же, новых побед нашим детям. Дорогие родители, наша задача с вами – любить детей. И давайте это делать все больше и больше. Спасибо каждому, кто вовлечен в образовательный процесс. Это и педагоги, еще раз скажу, и родители. Сегодня и педагоги, и родители строят будущее нашей страны. Спасибо. Спасибо вам спасибо большое. Вам. Работа педагога действительно, она очень сложная. Да? Вот у Шота Руставели, по-моему, есть такие слова. Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Да? Достаточно зайти. Просто зайти хотя бы на 15-20 минут в школу, и вы поймете, что такое быть воспитателем, учителем, наставником. Это на самом деле такой улей. Это вот такой процесс, это школа. Я не знаю. И в этой школе нужно работать целый день. И не просто работать, да, нужно сделать так, чтобы дети вышли со знаниями, с какими-то элементами воспитания. Это все чрезвычайно важно. Поэтому нужно не только ругать учителей, но и их любить. Их любить, хвалить, беречь, да. И самое главное, конечно, здоровье. Здоровье всем учителям. Ну, с Новым годом, конечно. С Новым годом. Министерство образования. Спасибо. Спасибо. Уважаемые телезрители, это была программа «Первая студия». У нас сегодня присутствовала Аида Долгатова, первый заместитель министра образования. Вам спасибо. И спасибо вам, уважаемые телезрители, за ваше внимание. Всего доброго. Доброго.